Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. С вами, как всегда, я, Славян, канал «Семья на чемоданах». Я вас приветствую в новом году. Первый раз в новом году взял камеру в руки. И я даже еще не включал компьютер, как 31 числа его отключил, так пока не включал. Сегодня 2 января. Представляете, как долго я не включал все это дело. Не удержался. Решил начать собирать по кусочкам наши дни. Творятся люты. Посмотрите, буквально в предыдущем кадре были видны дома. Сейчас не видно ничего вообще. Уже даже салюта не видно. Обалдеть. Что там, Тёма? PlayStation, приставка. Приставка. Бля, ты подорвался, напугал меня аж. Это все общее. Это Мирончику Дед Мороз принес. Видишь, как здорово. Это вот что? Что это? Ну смотрите, что это? Что конфетки. Это значит? Полная пачка конфетки, по-моему, это понял. О, это мама объедается. Это Аленки. Аленки. И скажи я Аленки мне. А папе где? А где папе? Папа, а папе где? Ты моя ягодка, держи, мы вместе покушаем, да? Нет, сыночек, кушайте, это вам. Только вместе покушаем. Ну да, смотрите, какая вот приставочка. Это наш PlayStation с Родиком теперь. А то что? Ну а мы себе под елку припарковали новую машину и считаем, что это великолепный подарок для всей нашей большой семьи. Когда мы забирали машину с автосалона, нам предложили сделать полис ОСАГО. В принципе, мы обычно всегда так и делали. Покупали, сразу делаем страховку. Но тут ценник оказался настолько выше. Ну, во-первых, мы не планировали покупать столь дорогую машину. И плюс еще за ОСАГО они нам зарядили аж 13 с чем-то тысяч. Там почти 14 вышло. Я такой репу почесал, думаю, ничего себе. Так-то у нее не так много лошадиных сил, чтобы он так стоил. У нас на Мерс выходило 8 тысяч или даже 9, что-то такое. Но там 200, почти 250 лошадиных сил. И я Настеньке сказал, не-не-не. Не будем делать, поехали без страховки. Мы приехали без страховки, все. И сейчас, 2 января, я решил этим заняться. Ну, пожалуй, как обычный человек, я пытаюсь сэкономить, да, но сэкономить качественно. Начал закидывать по разным сервисам расчет полиса ОСАГО. В итоге написал здесь еще своему человеку, который мне делал несколько раз полиса. Но цена меня удивляла. 10, 11, 12. Разные страховые компании. И в итоге на помощь пришел мой подписчик, который сделал мне полис, друзья, всего лишь за 8000 рублей. Почему так? Потому что каждый страховой агент считается всякими различными приколюшками. Он мне все разжевал, за что берутся деньги, почему не прошла моя дополнительная скидка, мы подгрузили мои старые права. В общем, он так по полкам все разложил мне, и в итоге полис вышел вот столько. Конечно, он сделал еще от себя дополнительную скидку, чтобы я с вами поделился его контактами. Полис у меня на руках, он есть в электронном виде. А ссылочку Олега я прикрепляю в описании под этим видеороликом, его контактный номер, пишите ему на WhatsApp, говорите, что от меня, он вам тоже сделает приятный бонус. Еще мы пытаемся сейчас подать заявление в ГАИ через госуслуги, точнее мы это уже сделали, и нам выставили счет на оплату госпошлины. Так как у нас номера будут меняться,
Госпошлина составит в 3000, а через госуслуги скидка неплохая, получается 2310. И вот Настенька как раз сейчас сидит и оплачивает. Так как машина ее, на нее все ставим, Настенька все и оплачивает. Платеж успешно отправлен. Все, детали платежа. Мы сели завтракать, почти, кстати, доели мой любимый панчо. Так прикольно, что семья растет, и машина теперь стала тоже больше, а еще мы постоянно стали завтра готовить в двух сковородках. Одна сковородка мне и Настеньке, вторая сковородка пацанам. Сейчас позавтракаем и поедем в Москву, но не гулять. Чуть позже покажу, куда и зачем. Так, сейчас предстоит холодный пуск. Рикс, рикс, рикс. Пробуем. Нормально. Все, сейчас будем размещаться. Семья там, я тут один. Опа. Красотища. Красотища. Мы совершаем первую поездку, такую уже, как выезд. Тогда мы просто ее перегоняли. Сейчас едем всей семьей. Смотрите, как мы расположились. Опа. Вот так вот. Бесконечный комфорт, бесконечный простор. Едем в Москву, район Сокольники, но, к сожалению, не гулять. А вот нашей знакомой забрать вещи на Мирончика. Так, заехали в Москву. Это метро Анина. Вот эти вот цветные домики справа. Мы раньше хотели здесь с Настенькой купить квартиру. Все, ходили, смотрели, гадали, мечтали. А потом забросили и уехали жить на Красную Поляну и поняли, что хотим путешествовать, хотим много путешествовать. И вот во что это, видите, все получилось. Большая семья, большая машина, много покатушек. Приехали, здесь возле дома забежал в магазин, думаю, как там, тоже маленький ребенок, надо же подарочек обязательно купил. Вот такой большой светбокс, вообще первый раз такие вижу. И, конечно, своим мальчишкам тоже купил. А то они сейчас увидят, что я здесь ребенку купил и скажут, в смысле? А нам? На обратном пути мы решили заехать в Бургер Кинг, покушать. И заодно посмотреть, как комфортно нам будет кушать там, на задних сиденьях, там, где у нас столик. Сейчас все закажем и покажем. Ну, посмотрите, какая красота. Мы заехали в Бургер Кинг, оплатил, еду взял. Теперь просто, не выходя из машины, я могу попасть вот так вот в салон к моим ребятам, разложить стол. Так, у нас вот есть такая кнопочка. Шикс. Стол выдвинулся. Артем, лапку подними одну. Вот так вот повернули. И все. И вот наш стол. Посмотрите, как шикарно мы разместились. Вот наш столик выдвижной, который ездит по салону. Два кресла. Артем там с Настенькой. Я сейчас сюда перепрыгну. И вот так вот будем кушать. Ну, шикарно же. Нам завтра ехать в ГАИ. Ставить эту красотку на учет. Поэтому после Москвы я решил, естественно, помыть, чтобы она была чистая. Вообще, когда мы здесь жили, я всегда после Москвы заезжал и мыл машины. Ну, вообще красавчик, а? Вот теперь можно ехать уже в ГАИ. Так, вот намылся. Красота. Сейчас вот так постоит немножко, обсохнет, чтобы двери не перемерзали.